стадио Олимпика в Риме. Стадион не чисто футбольный, но сегодня здесь большой футбол. Сегодня решили сыграть в агрессивном стиле и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь. Под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника перед игрой. А это стартовая расстановка гостевой команды. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Стадио Олимпика в Риме. Стадион не чисто футбольный, но сегодня здесь большой футбол. Сегодня решили сыграть в агрессивном стиле и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь. Под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника перед игрой. А это стартовая расстановка гостевой команды. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Стадио Олимпика в Риме. Стадион не чисто футбольный, но сегодня здесь большой футбол. Сегодня решили сыграть в агрессивном стиле и забрать мяч себе с первых минут. Если соперник на то согласится, в чем я, конечно, сомневаюсь. Под высоким прессингом играть сложно, но можно, если к тому быть готовым заранее. Так что посмотрим, кто лучше изучил соперника перед игрой. А это стартовая расстановка гостевой команды. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Стадио Олимпика в Риме. Стадион не чисто футбольный, но сегодня здесь большой футбол. Стадио Олимпика в Риме. Стадион не чисто футбольный, но сегодня здесь большой футбол. Стадио Олимпика в Риме. Стадион не чисто футбольный, но сегодня здесь большой футбол. Рома начинает первый тайм. Стивен Бергюйс. Ян Ари Вандерхейден. Джастин Биджлоу. Нет, не дошел этот пас до адреса. Хороший пас во фланг.